решили покормить птичек. Прилетели голуби и стайка воробьев. Степан пытается покормить сухариком. Степ, разломай его и побросай крошечки. Ну-ка, ну-ка, брось вот сюда в кучу. Вон как они дерутся за них. Эй! А ты брось еще один сюда, вот здесь, вот здесь. Вон они обратно, видишь как? И обратно полетели греться. Еще брось. А это самый смелый воробей пролетел. Ну и еще друзья подвалили. Вот такие, это они, крупные. Опа! Ты видишь, что схватил и туда полетел. Ага. Так интересно. Смотри, смотри, что делаешь. Дай крошечку мне, дай. Смотри. Он прям садится. А? Они прям садятся вон. А мне страшно. Он на руку сел, прикинь. Положи мне. Положи мне в это. На руку. Ну. Он сейчас голый. Улетит сразу. Эй, пацан. 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 На, вот крошечка, на. Не. Вон она не видит, видишь? Не. О! Чего ты испугалась? Резко не надо вставать. Давай еще. Я не кинулся. Давай еще. Есть у тебя крошка? Ты там грязный был, рот ты не суй. Грязные перчатки все. Опа, ко мне подошел и улетел. Резко не вставай, Степ, а то они боятся все равно. А голубь? Голубь! Голубь! Оп! Голуби! Степ. Вот такие воробьи сейчас голодные и готовы из рук вырывать еду. Даже на руки садятся. Все. Кто успел, тот и съел. Самые шустрые забирают куски и улетают. Опа! Смотри, вон тот забрал. Да, улетают вон кушать. И потом вернулся. Опа! Давай полетел. Тебе аккуратнее, жесткие зубы. Вот так кормим мы птичек. Смотри, они едят. Жил.